Всем приветики! Я Хана, и я фермер. Как вам моя подружка Цыпа? О, нет! Сегодня без добычи. Привет, я индеец из племени Хау, меня зовут Рокси. А меня зовут Кенни, я с далекого Северного полюса. А у нас на канале новый ролик. Погнали смотреть! Мне нужно добыть огонь. Да, получилось! Мои милые курочки, я их обожаю. Пора бы вас покормить. Приятного аппетита, дорогие! Эй! Неси сюда! Давай, давай! Вот так, на меня! Ого, настоящий медведь! Поберегись! Стреляю! Нет, Рокси, не делай так! Это же белый медведь! Их мало осталось! И они мои друзья! Привет, Барни! Ну, как там дела на севере? Все так же холодно? Ауч! Приятель, ты, как обычно, не рассчитал силу, но со мной все в порядке. Это для меня, да? Спасибо, друг! Здесь мне как раз не хватает полярного холода. Так, посмотрим. Как же много льда! Крутяк! Здесь точно нужны варежки, а то руки примерзнут к льдинам. Отлично! Пора строить мой дом! Супер! Я на пути к тому, чтобы соорудить свой дом. О, это снег? Ко мне пришла идея. Снежок готов, теперь кидаем. Рокси! Это же моя самая любимая игра! Ну, держись! Вот такой снежок получше будет. Нет, как же так? Кенни, ты разрушил дом Рокси. Она его только начала строить. Я тут ни при чем. Фух! Что? Что с моим домом? Кенни разрушил его своим снежком. Ладно, ничего страшного, я смогу его починить. Сейчас, сейчас. Здесь посильнее завязать. А теперь мне нужна плотная ткань. Вот, другое дело. Теперь это очень напоминает мой настоящий дом. Осталось его раскрасить. Выжмем немного краски из кинзы. А теперь берем кисточку. Макаем в краску и рисуем узоры. О, да! Мое племя бы мной гордилось! Итак, Рокси уже сделала свой дом. А как дела у Кенни? Он тоже его собрал. Выглядит таким холодным. А как там дела у Ханы? У меня все супер. Я тоже почти собрала свой дом. Ага, осталось немного. Добавлю несколько деталей. О, да. Этот дом все больше и больше напоминает мне мой амбар из детства. Ауч, мой пальчик! Все нормально, все под контролем. А теперь прикрепляем крышу. Готово! Ой-ой, кажется, Рокси украла пару перьев у курицы Ханы. Еще раз тебя здесь увижу! Ну все-все-все, мои бедные курочки. Ну что ж, все ребята сделали свои домики. Давайте же узнаем, что будет дальше. Настало время украсить дворик. Здесь я постелю мой национальный ковер, а сюда поставлю факелы, чтобы мой двор всегда был освещен. Добавлю флажку и еще немного декора. Ох, как же здесь стало уютно! Я уже сделала забор, чтобы мои курочки далеко не убегали. О, а вот здесь нужно поставить рассаду моих цветочков. И пару снопов сена. Ох, какое тяжелое! А еще корзинку с урожаем. Ох, яблочко, что надо. Кстати, чуть не забыла про кукурузу. Да, теперь все так, как у меня на родине. Ого, а что это за сияние? Это северное сияние, как у меня дома. Не могу оторвать глаз.
Да уж, он и правда засмотрелся, надо бы его отвлечь. Ауч! Ханна, зачем ты это сделала? Потому что пора и тебе украсить свой двор. Ладно, ты права. Итак, приступим. Сюда повесим мою любимую сушеную рыбку. Здесь будет стоять пингвин, а здесь второй. Сетку для ловли рыбы повешу на домик. А где там моя удочка? А, точно! Отлично, вот здесь ей самое место. А теперь я хочу сделать настоящего снеговика. На Северном полюсе я каждый день лепил снеговиков. Ну просто чудо! Кенни, ты большой молодец. А что же там делает Рокси? Призывает дождь? Невероятно! У нее действительно получилось. Ну что ж, ребята, пора прятаться в домике. Честно говоря, мне кажется, мой домик выглядит не очень уютно. Но сейчас я это исправлю. Повешу гирлянду. И мои любимые сухоцветы. Смотрите, какая классная маска зебры у меня есть. Такая милая. Сюда повешу картину гор. А здесь будут жить мои любимые кактусы. Вот теперь совсем другое дело. Отлично! Только все еще холодновато. Нужно согреть дом внутри. Поставим сюда камин. Другое дело. А еще у меня есть парочку украшений в виде рыб. Нужно сделать из этого гирлянду. Вау! Повесим вот сюда. О, я совсем забыл познакомить вас со своим другом. Это мой милый пушистик Хаски. Да, это косточка для тебя, дружок. Поставим его к другим мягким игрушкам. А здесь разложим мои инструменты, копье и топор. Чего-то не хватает. Точно, сделаем отверстие в льдине, чтобы ловить рыбу, не выходя из дома. Пожалуй, прямо сейчас попробую. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ого, клюет! Какая огромная рыбина! Кенни, браво! Ну а теперь посмотрим, как дела у Ханы. У меня все супер. Загончик готов. Теперь настало время разложить мои любимые игрушки. Вот так, ребята, вы будете жить здесь. Сюда я повешу полку. И добавлю еще немного декора. Здесь отлично будет смотреться столик и стульчик. А на столе будет немного вкусняшек. Ну что, курочка Бекки, тебе нравится в домике? Да, здесь правда шикарно. Ого, всего одно? Я знаю, ты можешь больше. Вот это другое дело. Молодец, Бекки, молодец. Вот это идеальные яйца. Мои курочки самые лучшие. Ханна, Рокси, идите ко мне в гости. Ого, большое спасибо. Угощайтесь, ребята, все со своего огорода. Это еще что? Может быть, внутри кто-то есть? А может, это съедобно? Ой, гадость! У меня тоже какой-то интересный фрукт. Ой, фу, желтая штука невкусная. Виноград просто обожаю. Ребята, как же здорово, что вы поладили. Понравилось наше видео? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и делись им с друзьями. Впереди тебя ждет еще много всего интересного. Ну а пока, пока!